День народного единства связан с событиями 1612 года, когда были изгнаны из Москвы польские интервенты. Героями того времени стали купец Кузьма Минин и российский князь Дмитрий Пожарский, которые командовали народным ополчением. Когда они вошли в старый исторический район Москвы, командиры внесли в город священную икону Казанской Божьей Матери. Ежегодно на территории Рассказовского района 4 ноября проходит праздник «День народного единства». Этот день сплочения российского народа отмечает большой сельскохозяйственной ярмаркой и народными гуляниями. Дорогие жители Рассказовского района, гости, сегодня замечательный государственный праздник – День народного единства. Сегодня, как никогда, нам необходимо всем вместе сплотиться и быть едиными. Россия – огромная страна, и мы, граждане ее, разной национальности, разных убеждений, но мы имеем одну историю и одно будущее. Совсем недавно Рассказовский район стал абсолютным победителем Покровской ярмарки в городе Тамбов. Его самая масштабная экспозиция «Мельница» привлекала внимание всех участников и гостей ярмарки. По поручению главы администрации области Александра Валерьевича Никитина поздравляю вас с исторически важным праздником «Днем народного единства». Хочется пожелать вам прежде всего здоровья, чистого, ясного неба над головой. Ну и, конечно, чтобы наша великая Родина, которая называется Россия, была могущей и всегда была лучшей на всем мире. С праздником вас! Районные сельсоветы представили свою сельхозпродукцию почетным гостям ярмарки. Некоторые участники подошли к делу творчески и подготовили специальное театрализованное представление. В частности, представители Дмитрищинского сельсовета предложили Алексею Позднякову примерить старинные доспехи воинов древних народов, которые проживали на территории села. Два народа сошлись, поспорили. Вот мордовский вояка, прославленный, бьется с русским за землю богатую. Примерзнет твоим. Ярмарку начинаем. Гостей приглашаем. Спешите, спешите. Торопитесь занять лучшие места. Ну, ура, крикнуть как следует. Эти доспехи были изготовлены конструкторами клуба «Средневековье». Решили показать историю этих мест, земли нашей, Дмитрищинской, с самого начала зарождения. Поэтому сегодня у нас воины, мордовский и русский, как положено исторически. Сначала они дрались, выясняли, кто же лучше, а потом подружились, помирились, побратались. С тех пор народ живут вместе. Народные гуляния приобретали массовый характер, когда на сцене выступали представители различных фольклорных ансамблей нашего района. Песни и пляски согревали посетителей ярмарки и поднимали настроение. Да. Молодцы все. Все с таким вот энтузиазмом. Со вкусом все. Выдумкой. Очень хорошо. Очень нравится наш Платонский сельсовет. Да. Праздник 4 ноября – это гораздо больше, чем воспоминания о событиях 1612 года. Сегодня это день единства российской нации, праздник героев, добра и славы. День народного единства выступает как напоминание о величии российского народа, о его силе воли и мужестве. Юрий Шелдовицын, Никита Желтов, новости ТВ-рассказывал.